Послушай. Послушай. Прислушайся. Слышишь? А летом город начинает раздеваться. Чудесные девушки снимают с себя почти все. Они остаются только в лоскутках прозрачных тканей. И эти лоскутки развиваются на горячем городском ветру. А знаешь, для кого они раздеваются? Они же раздеваются не просто так. Нет. Они делают это для тебя. Для тебя лично. И запомни, они все здесь живут. Все эти чудесные женщины живут здесь. Слышишь, как они дышат? Слышишь, как взлетают и опускаются их ресницы? Слышишь, как где-то падают на пол последние одежды? Где-то там, на окраине. Послушай, послушай, как отчаянно громко звучит музыка в этом городе. Это там, где-то там, глубоко под землей, в переполненном вагоне метро, кто-то включил плеер, и в его маленьких наушниках звучит твоя любимая песня. Ты понял, да? Твоя любимая песня в чьих-то ушах. Громко, невыносимо.